Ранняя весна порадовала жителей Самарской области. Многие поспешили выехать за город, чтобы отдохнуть и заодно привести дачные участки в порядок после длительной зимы. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать, отдыхая на природе. Нередко человеческая беспечность приводит к крупным природным пожарам. Непотушенные сигареты, брошенные в том числе из проезжающего автомобиля. Непотушенный какой-то костер, источник. Брошенная бутылка могут явиться источником возникновение природного пожара. Вот всего сейчас на территории Самарской области с 17 марта произошло уже 213 природных пожаров и 2 лесных пожара. В Самарской области с 1 по 20 апреля действует особый противопожарный режим. По правилам разрешено сжигать мусор, например, в металлических емкостях, яме или в специально отведенных местах, которые окопаны минерализированной полосой. Но когда вводится особый противопожарный режим, действует строгий запрет на использование открытого огня. Нельзя жечь сухую траву. В условиях теплой погоды этот процесс может стать неконтролируемым. Кроме того, возгорание на землях сельскохозяйственного назначения часто становится причиной крупных лесных пожаров. В настоящее время ежедневный мониторинг ситуации осуществляют 17 пожарно-химических станций и более 300 специалистов. Следят за территориями, которые подвержены угрозе лесных пожаров, патрульные группы. Особенно за местами массового отдыха, садоводческими дачными массивами, детскими лагерями, санаториями и турбазами. На территории Самарской области действует система видеонаблюдения. Данная система видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени отслеживать практически 80% лесного фонда, и система оснащена лесоохранителем, который позволяет определять координаты возгорания. Нередко причина пожаров – результат человеческой беспечности и неосторожности. В Главном управлении МЧС России по Самарской области напоминают, если вы стали свидетелем лесного пожара, нужно попытаться потушить его самостоятельно и отправить кого-нибудь за помощью в ближайший населенный пункт или лесничество. Вызвать пожарных и спасателей можно по единому номеру 01 с мобильного 101. Александра Гусева, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События.